Итак, друзья, всем привет, всем здравствуйте, приветствую вас на своем канале, гостей, подписчиков и всех остальных, кто сюда зашел. Вот. Сегодня у меня две посылочки. Первая посылка – это перчатки для татуировок. Вот. А также приехала еще одна посылочка, как можем видеть. Что хочется насчет этой посылки сказать, то что я не до конца уверен, что это такое. Вот. Мы откроем, посмотрим. Но могу сразу сказать, что она вся нахрен внутри помятая. Чья-то жопа ее придавила хорошенько. Вот. Будет интересно посмотреть целостность именно этой посылки. Ну да ладно. Давайте откроем наши перчатки. И посмотрим, что там именно приехало. Прям запаковано, как будто бы к ядерной войне ее готовили, если честно. Вот. Так вот, вскроем, сейчас сполоснем. На самом деле там упаковка закрыта, поэтому меньшее количество перчаток, я думаю, нет смысла ложить. Это нужно быть вообще ужасной тварью. Давай, открывайся. Заказал я черные перчатки. Просто я нашел по цене, так скажем, синих перчаток, потому что, ну, черные же у нас такие блатные, так скажем. Вот, больше ничего здесь нету. Вот. О, да. Вот, поэтому нашел по цене синих перчаток. У нас размер получается... Что-то я не помню, какой размер заказывал, честно говоря. Тут еще и не указано, что ли. И вообще. Вообще S-ка вот написано. Типа, вот маркером. Помечено, да? Так, вот, да, можете видеть, короче, да. Но мне... Я вроде бы M-ку заказывал, честно говоря. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Так, у нас будет распаковываться, нет? Смотри, какая упаковка-то, ну, мощная. Ну и чё? Ого. Вообще, вот, если честно, вот здесь вот должно быть где-то отверстие, да, для удобного, так скажем, доступа к перчаткам. Ладно, короче, давайте вот просто вытащим нахрен ее. Так. Вот, короче, у нас перчаточки. Сейчас я возьму, допустим, да, возьму на одну перчатку, и все. Нет, нифига, вышло две сразу. Ну ладно. Так, чтобы было видно. Вот такие у нас черные перчатки. Вот самый сейчас момент истины. Да. Кстати говоря, пара-п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 а
Смотрите, не провал это же. Короче, это рип, мне кажется, друзья. Потому что, насколько я помню, как я уже говорил, я заказывал себе М-ку. Вот. То есть я посмотрел размеры на сайте. В смысле, не на сайте, а у продавца, получается. В его, так скажем, магазине. Вот. И, исходя из тех размеров, решил заказать именно М-ку. Вот. Но приехала почему-то S-ка. Это хреново. Кажись, они маленькие. Это, блядь, потеря-потеря, если честно. Да, действительно, вот я, короче, сейчас смотрю, да, по размерам. Да, вот я заказывал М-ку, получается, 23 сантиметра на 12 сантиметров. Какого хрена вообще приехали эски? Непонятно, на самом деле.
Вот. Ну, придется тогда стрясти с китайцем. Вот, что поделать. Это косячок. Ай, ладно. Короче, с этим потом. Буду писать. Буду его не нахваливать, так скажем. Давайте приступим к следующей посылке. Вот. Мне интересно, что это такое. Что же такое помятое приехало к нам? Да, очень-очень интересно. Вот видите, да? Вот о чем я говорил. Здесь больше ничего нет. Вот. Вот тут вот какая-то толстая жопа села на эту посылку, или не знаю, с ноги ее долбанула. Ну. Вот зачем так делать, блядь? Хорошо, как-нибудь ее вскроем. Ага. Заебись. Охуенный день сегодня. Не знаю, зачем мне вот это прислали. Крепление. Но спасибо огромное, конечно. Так, ладно, крепление потом. Вот, короче, что я увидел сразу. Мне кажется, или немножко есть коцика. Ух, лучше бы мне казалось. Это, короче, я заказывал микрофон для экшн-камеры. Вот, чтобы она писала у меня стереозвук. Вот. Блять. Нихуя не показалось. Вот, короче, можете видеть, да? Один у нас согнутый. Малёха. Я, конечно, опробую его, да, но это пиздец, блять, какой-то. Не знаю. Ну, я думаю, что, может быть, будет работать. Вот, я, разумеется, сейчас проверять буду все это дело. Блять, Великая Почта России, ёбаный рот. Ладно, короче, понятно с этим. Вот у нас в комплекте здесь еще вот эти две подушечки идут. Надевается на сами микрофоны. Так. И вот такой вот есть еще переходничок. Вот переходник, вроде с ним все нормально. Вроде как. Вот так. Ну и еще вот это вот получается у нас. Какой-то получается корпус, да? Если честно, у меня вот этой хрени уже полно. У меня с первой-то, вот, в смысле не с первой, а с экшн-камеры-то приехало много всяких. Всякой пластмассы, так скажем. Вот это. Вот такая у меня уже есть. Вот это тоже у меня есть уже. Вот. Вот такой у меня еще нету. Такого корпуса. Так, ну что ж. Если будут какие-то проблемы с этим микрофоном, тогда придется подкрывать спор. Все дела. Вот. Писать китайцу. Конечно, да. Я думаю, что это не его вина. Вот. А вина нашей Почты России. Я прям вот на 99% уверен, что это Почта России опять жопой придавила мою посылку. Вот, это, кстати, не очень часто происходит с моими посылками, с моими заказами. Вот, но тем не менее, бывает. Так что буду тестировать, посмотрим, что как будет. Вот. Да, конечно, такой вот... Сегодня приехали посылки, сегодня, кстати, суббота, да? Вот так вот приехали посылки. Успели, так скажем, перед выходными на почте. Вот, и, блин, облом с перчатками и вот косяк на микрофоне. То есть, блин, ну, какой-то неудачный день сегодня в плане посылок. Ладно, буду все это проверять. Посмотрим, что да как. Так что, ну, не всегда приезжает то, что мы заказываем, на самом деле, и не в таком качестве. Либо, ну, всякое может произойти, короче говоря. Не всегда все гладко. Вот. Ну, большая часть посылок из моих предыдущих видео вы могли видеть, что приехали большинство в хорошем качестве. Вот, так что это радует на самом деле. Вот, так что, ладно, буду проверять, тестить.
Ну, все как обычно. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. И спасибо за просмотр.